Кукайф, ребята, с вами Рисман, и сегодня я вам расскажу, как создать лаки-блоки в Майнкрафте без модов при помощи лишь одной команды. Ну что ж, поехали. Для начала нам необходимо поставить командный блок и вставить в него нашу заветную команду, ссылка на которую оставлена под видео. Затем просто активировать командный блок и дождаться построения машины. Итак, машина у нас практически готова. Да, все, она готова. Нажимаем Get Items, и мы получили некоторые предметы. Что ж, первым делом нам необходимо скрафтить костер, в котором мы сможем создавать наши лаки-блоки. Для этого ставим вот эту штуку, я забыл, как она называется, котел. И в него кидаем золотой блок. И у нас появился такой костерчик. Теперь мы просто кидаем золотые слитки в костер и получаем наши лаки-блоки. Вот они у меня появляются в инвентаре. Ну, думаю, нам столько хватит. Я это буду делать все в креативе и вам покажу, что происходит. То есть вот у нас появляется лаки-блок, мы его ломаем и происходит какой-либо ивент. Всего эта команда добавляет 62 ивента, то есть хватит развлечься. И они выпадают с полным рандомом. Что ж, давайте я вам сейчас все их быстро продемонстрирую. Ну что, поехали. Ну что ж, как-то так. Все возможные ивенты я вам не смог показать, так как выпадают они с полным рандомом. И это будет очень сложно показать абсолютно все. Ну, также вместе со всеми различными предметами и мобами, и прочими событиями у нас могут выпасть счастливые инструменты, которые зачарованы на просто крутой уровень. То есть, вот, допустим, мне лопата выпала с эффективностью 10 и удачей 3. И кирка с эффективностью 10 и удачей 3 также. Ну, есть, конечно, и другие инструменты, но, к сожалению, они мне не выпали. Что ж, если вам потребуется удалить костер, то необходимо в него просто кинуть бумагу. Ну что ж, ребят, на этом все. Кому понравилась команда, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, рассказывайте об этом видео друзьям, а с вами был Рисман, всем пока!